Всем привет! Я вас приветствую на вебинаре «Программирование, доступное каждому», на котором мы рассмотрим вместе с вами, почему это доступно каждому и что каждый из вас каждый день занимается именно этим, занимается программированием. Ну, может быть, не каждый день, но очень часто. Итак, приступим. Что такое программа? Ну, здесь можно много гадать, и я думаю, что если вы скажете, задумаетесь, то наберете несколько разных вариантов, что вы для себя представляете под словом программа. Это может быть инструкция, там, как правильно ребенка уложить спать. Или это может быть инструкция, как собрать оригами из бумаги, тюльпан там, журавль или еще что-нибудь. Это может быть рецепт сельди под шубой. Это может быть схема согласования прохождения документа. Кому идет сначала, потом у кого согласуется, подписывается, куда дальше двигается и тому подобное. Обратимся к коллективному разуму и посмотрим, что нам говорит Википедия о том, что такое программа. Программа – это предписание, то есть предварительное описание предстоящих событий или действий. Алгоритм – это тоже набор некоторых предписаний, инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата. То есть отличие между определением программы и алгоритма, что у алгоритма должен быть результат. То есть действия должны приводить к какому-то результату, то мы должны его достигать, который мы заранее хотим достичь при разработке этого алгоритма. Вот. Google, если написать такой же запрос, что такое программа. Кстати, еще один такой лайфхак. Когда у вас есть какой-то вопрос или вы что-то не знаете, вы прям так же в Гугле вбиваете свой вопрос. Вот как вы его задаете себе, так же и вбиваете. Обычно на первой страничке будет ссылка на сайт, где есть ответ на ваш вопрос. Итак, Google говорит, что программа – это либо план деятельности или работ, опять же, некоторый порядок какой-то активности, либо последовательное описание процесса обработки информации для решения какой-то задачи, то есть для достижения какого-то результата. Если вот все это сложить, подумайте, какие программы вы уже составляли. То есть, обернитесь назад, посмотрите, что сегодня вы делали. Там, может быть, кому-то объясняли, как пройти дорогу. Там, сначала прямо, потом налево, потом снова прямо и до первой звезды. Либо давали инструкцию своим подчиненным. Либо, наоборот, вы исполняли чужую программу, когда действовали в рамках рабочей инструкции. Например, там, как тушить пожар. На каждом огнетушителе там написана инструкция, которая есть, по сути, программа, которую выполняет каждый человек в ситуации критической, да, когда возник пожар. Итак, вот все, что мы сейчас посмотрели, можно выделить основные элементы программы, там, или основные элементы алгоритма, из чего состоит. Это порядок, это последовательность действий. То есть даже вот если посмотреть рецепт, то есть нельзя поменять местами отварку овощей и нарезку их. Если мы их поменяем местами, то сельдь под шубой не получится, потому что сначала порезанные овощи, потом отваренные, превратятся в кашу. Не будет того вот вкуса, который мы все знаем, как называется салат сельдь под шубой. Любой пункт есть, ну там почти, по-моему, любой пункт, нельзя поменять, иначе нарушится весь процесс, который есть, и получится не тот результат, на который мы рассчитывали. Также в программах присутствует выбор, по-научному ветвление. Это когда мы принимаем какое-то решение на основе окружающей ситуации. То есть, допустим, вы едете на машине, видите красный свет,
Для вас это тоже выбор, да. Если горит красный, надо остановиться. То есть вот вы выполнили программу. Там, если горит зеленый, надо поехать. Или можно проезжать. Вот еще один выбор, который вы принимаете. В данном примере, если посмотрите, у нас записано. Там, Коля хочет позвонить, ну, понять, с кем пойти гулять. Соответственно, он звонит. Там. Коля, если он дома, то отлично, мы идем играть в футбол. Вот. Если же его нету, звоним следующему человеку, там, Марине. Если она дома, то мы идем с ней гулять. Если нет, то какое-то дальше решение. Не знаю, идем включать телевизор. На схемах здесь не случайно квадратики разные квадратики. Вот ромб на схемах всегда обозначает выбор. Вот. Справа пример вот этого алгоритма, который здесь написан, приведен на языке PHP. Вот где у нас звонок Коле, это некоторая функция. Потом мы проверяем, дома он, если он дома, тогда мы идем играть в футбол. Иначе, то есть если его нет дома, мы звоним Марине. Ну и выбор повторяется. Вот if else на языке PHP там, или на другом языке обычно означает выбор. If это если то, что находится рядом, выполнилось, то делаем то, что в скобочках. Else иначе, если вдруг то, что было в скобочках, там не случилось, то выполняем другой кусок алгоритма. И это в большинстве. Там C, C++, Java, Perl, PHP, Python. Ну, в Python там нет скобочек. Там это, они заменяют отступы. Вот в Ruby и так далее. Так, еще в любых программах или алгоритмах так или иначе присутствует повторение действий. Повторение действий в программах называется цикл. Циклы бывают разных видов. В частности, в PHP их 4. Вот. В примере там справа рассмотрен как раз один, который перебирает все элементы списка. Вот. Делает звонок, да, там, call по телефону такому-то человеку. И проверяет, если он дома, тогда идем с ним гулять. Вот. И break, останавливаем повтор действий. Вот. Ну и так, пока мы весь список не переберем. Как раз здесь вот рассмотрено, что берем первый элемент, Колю, звоним ему, проверяем, дома или нет. Если нет, то берем следующий по списку. Это Аня. Возвращаемся к нашему процессу, звоним, и дальше все то же самое повторяется. Пока с кем-то не пойдем гулять. Ну, либо пока список не закончится. Вот. Как видите, все очень просто. Основные элементы, вот они рассмотрены, которые есть. На самом деле, если дальше смотреть, то можно заметить, что у нас, допустим, есть вызов, да, там call. Но сам вызов, он стоит еще из нескольких действий. Мы приходим к следующему моменту, что можно действия, которые мы постоянно повторяем, вот их можно сгруппировать. Вот и такая группировка действий, если ей придумать еще имя, вот все вместе будет называться функцией. То есть, допустим, мы берем и создаем функцию «позвонить». Она из себя состоит, что на вход она принимает какой-то номер, последовательность цифр. Ну и дальше алгоритм выполняет действие. Там берется трубка телефона, то есть выход на линию телефонную, набирается номер, что тоже может быть, по большому счету, еще одной функцией. Набрать там первую цифру из списка, сместиться к следующей, ее набрать, ну и так далее. Потом идет вызов, то есть отправка набранного номера в абоненту. Потом проверка, взяли трубку или нет. Если трубку взяли, то значит можно разговаривать. Вот. Если трубку не взяли, то значит произошла ошибка. Там произошел недозвон. То есть вот таким образом
можно действия, которые мы точно знаем, будем часто использовать, набор действий, вот, группировать и так создавать функции. Сложно? Ну, понятно, что когда ты долго программируешь, то тебе кажется, что эти уже вещи несложные. Но если запомнить то, что мы сейчас с Мавием рассмотрели, что важен порядок, важно условия, что есть циклы и наборы действий, которые мы будем в будущем часто повторять, вот, что их можно группировать в некоторые общее название, да, называется функцией. Вот. По сути, мы уже можем взять любой язык программирования и на начальном уровне его освоить, запомнив вот эти вот принципы, которые только что рассмотрели. Поэтому вы можете сейчас, ну не сейчас, точнее, а после вебинара взять для себя и выполнить домашнее задание, сделать домашку, чтобы понять, что это не так сложно. Возьмите какое-то действие, которое вы делали сегодня, вчера, позавчера, простое относительно, и напишите ее программу, то есть напишите инструкцию, как это сделать, чтобы вы могли дать другому человеку, который не видел, как вы это делаете, и действие по вашей инструкции мог все это сделать. Там, приготовить салат, дойти до вашей работы, доехать, там, выполнить часть вашей работы на работе. Ну, любой набор действий, которые вы делаете постоянно. Попробуйте это записать как инструкцию. Это и будет ваша первая, по большому счету, такая осознанная программа. Тем более, если вы эту инструкцию сопроводите вот блок-схемой, которые были на предыдущих там, слайдах, там, с квадратиками, с выбором, вот, с циклом, если вдруг он потребуется. Таким образом, вы уже будете считаться начинающим, совсем начинающим программистом, который делает это осознанно. В свое время была практика на вузе, в котором я когда-то учился. Первый год нам не давали программировать. То есть у нас был специальный урок, в котором мы учились вот именно выстраивать порядок, определенной последовательность действий. И все это делали на уровне работы с луноходом. То есть у нас был абстрактный луноход, у которого был набор команд. Сначала это было две команды, там вперед и поворот налево. Вот, и на основе этих двух команд мы лунохода проводили по лабиринтам. Потом команды добавлялись разные. Мы учились их группировать в функции. Вот. И таким образом все сложнее и сложнее получалась программа, алгоритм. И он получался все более универсальным. То есть таким, чтобы луноход мог выйти из любого лабиринта. То есть мы ему дали программу, какой бы лабиринт ни поместили, он раз и из него выходит. Вот. На первый взгляд кажется, эта задача простая, но как показывает практика, когда набираешь людей на работу разработчиками. Мы на собеседовании давали эту задачу. Провести луноход через лабиринт. И очень мало людей с первого раза с ним справлялись. Вот. Эта задача, по сути, выявляет, насколько человек осознает, что каждое действие, последовательность, и что они необходимы. Что он не додумывает за систему. Потому что компьютер, к сожалению, очень тупой. Вот, и он делает ровно то, что вы попросили. То есть он не может узнать, что вы подумали или что вы предположили. Вот, он делает, что сказали, то и делает он. То есть, во-первых, сказали вы там, не знаю, идти прямо. Он будет идти прямо, даже если впереди стена. А человек, понятно, он увидит стену, остановится, спросит, что дальше делать. Компьютер этого не сделает. Он будет идти прямо, 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 там, врется в стену и будет топтаться на месте, разбивая себе лоб об эту стену.
Так, ну это еще одно домашнее задание. Попробуйте нарисовать лабиринт, либо взять тот, который уже нарисован, и провести, используя действие прямо и налево, луноход через лабиринт. Ну вот, здесь уже есть ответ, один из, но вы можете воспользоваться и другим. Придумать сами, или сюда не подсматривать. Это будет намного лучше. Когда вы будете выполнять, даже здесь, если посмотрите, есть повторяющиеся функции. То есть повторяющиеся действия, которые постоянно происходят. Соответственно, их можно объединить в одну группу и придумать им название. Например, разворот, да, это означает 4 раза повернуть налево, это развернуться. Ой, точнее так, 2 раза повернуть налево, это сделать разворот. То есть можно, соответственно, придумать еще одну функцию, которая будет называться разворот. И мы автоматом будем понимать, что она состоит из двух поворотов налево. Вот. И другие действия можно также запрограммировать. Ну так как, доступно программирование? Каждый может ему научиться, невзирая на склад ума, как принято называть, там гуманитарный либо технический. Более подробно, то есть подобного рода примеры, синтаксис на курсе будут даваться как домашние задания, то есть ну, на дом для самостоятельного изучения, а уже на самом курсе, на самих вебинарах мы будем рассматривать вопросы, которые возникли. Чтобы не терять зря время, будем в общем режиме, в общей группе обсуждать их и находить более там, находить решение проблем, которые возникли при исполнении или при осваивании синтаксиса конкретного языка, в частности там PHP. Вот. В целом вы можете писать на указанные контактные данные. Вся информация по курсу она будет на сайте startupuniversity.ru. Вот. Соответственно, и в соцсетях на vk.com и facebook.com. То есть там же я буду выкладывать какие-то обновления, новости по проекту, по самому курсу. Вот. После окончания курса вы сможете, у вас будет два проекта. Один мы создадим вместе с вами, совместно со всеми. Это будет там, сайт, посвященный опросам. Постепенно будем его усложнять. Второй вы создадите сами, под моим наблюдением. Это будет у каждого свой проект. То есть, какую идею у вас есть, какой проект вы хотите реализовать, вот его вы и будете реализовывать. В целом, там курс будет 3 месяца, но там придется очень много делать и работать вне вебинаров, а именно дома. Потому что только работая над программами, только самостоятельно упражняя пальцы в набивании кода, у вас получится познать эту науку и развить у себя навык. Потому что навык развивается через повторение. Вот. И да, ему нужно время, чтобы у вас в голове все осело, и это стало, вот как вы ходите. Вы же не задумываетесь, как вы ходите. Вот. То же самое и с программированием. Через какое-то время вы не будете задумываться, как и что это делать. Ну и ради, наверное, как бонус, не бонус, можно, допустим, сразу же посмотреть, как просто и быстро можно создавать какие-то простые вещи. Например, самая простая вещь, которая использует все то, что мы сейчас рассмотрели. Допустим, мы хотим, у нас есть там, не знаю, 5 или 10 сайтов, и мы хотим проверить, как они работают. Ну, то есть, работают они или не работают. То есть, если вы там руководитель проекта, у вас 10 проектов, и вам нужно знать, как они работают. Мы, соответственно, берем. Есть классная система, называется c9.io. Это бесплатная вещь для общедоступных проектов. Вот. Веб-редактор, на котором можно программировать на PHP, он пишет с подсказками. Тут же есть уже установленный браузер. На нем уже все есть. Вот. Позволяет очень просто и быстро писать.
и проверять, насколько все работает. Ну, допустим, мы начнем. Обязательный заголовок, что мы пишем на PHP. Признаком хорошего тона считается писать, о чем будет скрипт. Там. Проверка. Доступности сайтов. Вот, все, комментарии мы закрыли. Ну а дальше уже начинает. У нас должен быть какой-то список сайтов. Array вообще это слово означает массив. Вот, но мы с ним будем работать как со списком. Создаем сайты, которые мы хотим проверить, что они работают, что с ними все хорошо. Допустим, пусть у нас будет два сайта. Дальше. For each — это прохождение массива. Берем элемент, выполняем, что внутри этого цикла, итерации одной. Берем потом следующий элемент, следующий, следующий, следующий. Вот. Мы, соответственно, берем массив, который выше обозначили, rsites, и в переменную. Ну, что такое переменная, мы рассмотрим подробно на курсе, а в целом это место, где хранятся какие-то значения. Вот в переменной sURL будет записываться какой-то URL сайта, который мы хотим проверить. Дальше мы берем, используем функцию, которая нам возьмет содержимое странички по данному URL. И мы, соответственно, проверим, если длина этого содержимого больше 200 знаков, то, наверное, все хорошо. И выведем это сообщение. То есть, что сайт работает отлично. Если заметили, что я здесь пишу еще такие вещи, как скобочка P, там еще одна скобочка, это теги, HTML теги. Так, если, соответственно, длина меньше 200, там либо какая-то ошибка, либо еще что-то произошло. Вот. Ну, там можно даже сделать не 200, но у вас любая страничка, наверное, занимает, там, не знаю, больше 700 символов. Что все. Вот у нас получилось, что у нас будет писаться, что сайт либо работает, либо он с ошибками. Мы сохраняем то, что написали. Вот. И говорим. Здесь у нас запущен уже Apache. У него есть специальная ссылочка. И мы, соответственно, можем сразу же посмотреть, что же у нас там происходит. Все работает. Видите? Все хорошо. Ничего у нас не упало. Так что вот таким простым способом и очень быстро, если знаешь, как и что писать, главное выработать навык, можно создавать простые скрипты и странички, которые будут вам помогать в повседневности. А если приложить еще усилия, то и будет, соответственно, можно создать проект, который будет приносить вам денежку в будущем. Вот. Ну, либо просто вы работаете для удовольствия, что тоже немаловажно. Вот. Так что был рад вас всех видеть, слышать. Ну, слышать не слышал. Вот. Но
Буду рад видеть вас всех на курсе и там же их услышать. Если есть какие-то вопросы и комментарии, то welcome на страничку в соцсетях, там можете спокойно спрашивать, либо на почту. Я ее постоянно просматриваю. Вот. Были вопросы на вебинаре, связанные с тем, с какого языка лучше начать изучать. По большому счету все равно, с какого языка. Главное то, с каким языком вы связываете свое будущее. То есть с него и лучше начинать. Вот. Если же вы не планируете разрабатывать, а это для вас такое дополнительное умение, дополнительный навык, и потом вы хотите кому-то другому передать, то проще начинать с PHP. Потому что таких разработчиков очень много в дальнейшем. Вот, язык сам по себе очень простой, и много площадок, на которых вы можете разместить свой сайт. И они очень дешевые. То есть очень дешевый вход в PHP разработчики. Вот. А при этом на этом языке можно сделать все то же самое, что и на других языках. Они вот по функциональности не сильно друг от друга отличаются. По поводу использования Java в серверной разработке, то Java, да, популярна, особенно там для мобильной разработки сейчас очень популярна. Вот. Но сама по себе ее любят использовать в Америке, там очень много компаний, где пишут на Java, в банках. Вот. Если вы не собираетесь работать туда, то, ну, как-то это более религиозная вещь, да, таковая, какой язык изучать, холиварная. Вот. У меня с Java не сильно сложилось. Мне он не нравится за счет его громоздкости, сложности и там многих других разных нюансов. Вот. Все, что можно сделать на нем, можно сделать на другом языке намного быстрее. Вот. Ну, в целом на том же C или C++. В целом, таким образом, дерзайте, и все у вас получится. Все, пока.